Ну, блин, так еще страшнее, на самом деле. Я тут сделала, мне страшно. Но у меня тут спит рядом кошка, так что она отгоняет злых духов. Все, теперь у нас прям какая-то комната, короче. Такая же, только звездочек этих не хватает. Но сделаем вид, что они есть, да? Закрыто. Крыто, закрыто. Тут что у нас? Эмма, мне так жаль, я хочу помочь тебе в поисках. А, ну это мы уже... Это мы уже читали. Давай. Сейчас. О, у меня есть вот такая штука. Ща. У меня есть вот такая штука. Ну, только я не знаю, куда ее повесить, чтобы ее было видно. Вообще, я изначально хотела, чтобы у меня вот эта вот штука висела вот здесь. Вот так вот. Но чтобы выдержать вот эту штуку, нужен гвоздь. А гвоздь уже вбит здесь. Нам хозяева не разрешили, короче, менять. Но я думаю, что я куплю что-то попроще. Это наоборот, кстати, злых духов должно отгонять. Ну вообще прикольная штука. Да. И вот она висит у меня на стене, где ее никто не видит, кроме меня. А доска Луиджи есть? Нет. Нет, давайте не будем этим в моей квартире заниматься. Я этого не выдержу просто. Я не смогу здесь жить. Но, кстати, у меня есть охуенное зеркало для вызова. Вот оно. Вообще, прям идеально подходит. Лесенку нарисовал, блин. Три фразы сказал, и все. Пиковая, да? Ой, блин, все, не буду говорить. Такие мерзости. Для реализма. Ну-ну, блин. Нет, не надо никого сюда. Пускай тусуются там вся, чилят. Я, кстати, бросила аж кюдишки курить. Теперь Слендермен, блин, ага. Звоним снова. Говкает. У меня сейчас сердце остановится. Ты специально это сделал или Да, это чё? еще привет, аж книжка. Не, я пока не пойду. У меня тут, видишь, я себе тут атмосферу настроила, играю в игру. Да, я знаю, был на стриме. Короче, звоним мы этой нимфоманке. Не позвониться, короче. Понятно. Нам, походу, опять... Попробуем выйти. Опять не получится. Окей. А мы дверь закроем вот так, чтобы никто не зашел на замок. Она сама защелкнулась. Окей. Решетки на окнах появились. А чё вот я туда сходила, я там ничего не нашла. Мне же, наверное, что-то найти там надо. Сюрприз, мазафака. Сама сел в дверь звоню. Адек? О! Ой, кто-то рыгает. Ладно, назойливыми соседями не будем. Не открывают, значит, уходим. Значит, мы им не интересны. Так, время запоминаем. 23:37. Блин, вот мне кажется, что на этих диктофонах, магнитофонах тоже можно что-то сделать. Мне просто интересно, как это происходило. Типа, я пока там гуляла, быстренько строители такие пришли, окна засверлили и ушли.
Только не надо скример мне, пожалуйста, кидать, ребят. Я тут умру от страха просто. О. Блядь, меня как будто кто-то по ноге трогает. Ну и чё вообще, что делать? Я как будто, я что-то вот пропустила, как будто бы что-то вот не понимаю. Мяу-мяу-мяу-мяу. Где мяу-мяу? А вот мяу-мяу. Мяу-мяу, иди сюда. Мяу-мяу, пришла. Мяу-мяу-ка. Ты будешь со мной сидеть, да, моя сладкая пирожочка, булочка, конфеточка? Ну все, она меня охраняет теперь от злых духов. Да, мурлыка, мурлыка. Все, мне теперь не страшно, я теперь ничего не боюсь. Только, мне кажется, если я сейчас испугаюсь или за руки шли, я просто... Уйдет от меня, да. Скажи, что ты орешь? Я не буду с тобой сидеть, ты орешь. Орунья. Ну, блин, я не знаю, я не вижу других вариантов, кроме как снова идти туда. О, звездочки попадали. А может, мне можно открыть эту дверь? Ну куда ты, Кишиль? Сиди тут. Уходить нельзя, я тебе запрещаю уходить. Если ты уйдешь, то ты меня не любишь. Договорились? Не надо, блин, она не будет так делать. Она хорошая кошка. Она не видит злых духов. Она их сразу прогоняет мысленно. Силой мысли просто. Ну, ладно, может быть, письмо. Нихуя. Шкатулка закрыта. Блин, а тут как инвентарь вообще посмотреть? Никак. Может, на так? Нет. Свечи. Ну вот мне же нужны свечи. Как их взять? И что тут написано, мне интересно? Ваши догадки. Тут вон сердечко какое-то. Сердечко еще одно. Беременная женщина. Бургер. 9. Наоборот. Дай-ка я себе еще раз в звонок позвоню. О, а давай дверь закроем и позвоним. Открывай, 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 открывай двери, быстро открывай. Блин, может, вот эти свечи тогда надо взять? А, поняла. А, поняла. Короче, пойду по полу. Ахахаха, очень смешно. Юмориш, юмориш. Я юморист, голдумарист. Пошутил не так, и ты попал в блейк-лист. Государь, его не милость, хотя вроде бы чистый. Времени на часах. Сейчас скажу. 23:37. Это... что-либо значит. Блин, тут надо думать, понимаете? Спешат. Это ты как понял? В смысле? Да чего? Вы чего?
А. А у меня 22. Короче, давайте думать, ребят. Я вообще не в окупании. Что надо сделать? Я уже 10 раз тудым-сюдым происходила. Эта игра, видимо, для каких-то очень умных людей. Точно не для меня. Что это за звуки, блин? Попробуй закрыть дверь и один раз позвонить. Я это только что делала. А потом открыть эту дверь. А, блядь. Я жму не на ту кнопку и думаю, почему у меня выключается фонарь. А ну. Ты звонила много раз. Блядь, ну окей, гоу, попробуем, чё. Ну сейчас я еще вот тут вот нагнусь. О! Нет, это не то. Ну, может быть, еще попробовать за вот этими последить. Блядь. Встань со стула, сходи в ванну и скажи в зеркало 3 раза. Да сейчас, ага. Зарядка для iPhone. Короче, вот это окно какое-то странное, оттуда ползут по эти. Кто это вообще? Тараканы просто? Как-то они не проработаны. Короче, ладно, тогда сходим сейчас, как ты сказал, позвоним, закроем, откроем один раз. Блин, может это что-то? Что-то это? Может... Какой-то слон, блин, реально здесь живет. О! О! Джига! Все. Все, зажигалку нашли. Сейчас идем обратно. Ищи скример. Угу. Сейчас. Я думаю, их в любом случае не избежать будет. Так, все, у нас есть зажигалка, нам надо зажечь свечи, вот они. А как зажигалкой зажечь свечи? А, вот. Оп. 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 О, и вот еще одна. Все, открылось. Ключик. Берем. Я думаю, они мне наоборот не будут помогать. Закрывание. Игра настолько бюджетная, что скримеров еще есть. Да, кстати. Да, блин, и слава богу. Ну, знать... Ебать, вот мне бы так. У меня постоянно шиза, что я хочу что-то поменять. Я хочу как-то переделать свою комнату. И у меня это происходит раз в месяц, наверное. Точно так же происходит и с моими волосами, и с моей внешностью, типа, в принципе. А тут зашел в одну комнату, выходишь, у тебя уже другая комната. Потом снова заходишь, выходишь, у тебя вот третья комната, блин. Вот мне бы так, блин, мне бы так. 2 раза дверь открыл, у тебя там потайной ход. Не хватает планшетки. Короче, видимо, в каждой комнате нужно что-то сделать. Вот в предыдущей комнате, допустим, я взяла зажигалку. Почему она не уходит? Почему она не уходит? Блин, прикольнее было бы, если бы я такая ее увидела, зашла, вышла, она ближе. Зашла, вышла, она ближе. Ну, слава богу, это не так. Ладно, идем к ней. У тебя...
Вы чё, мазафакеры? На меня вздумали лезть? Не получится. Ничего. Сейчас там медведь. Я тоже боюсь представить. Не подходите, у меня душ, реально. Блин, мне еще из-за этой красной подсветки еще жутче становится, блин. Взять. Это что, копыта? Дойти, блядь, я не хочу. Ладно, кто не знает какую-нибудь молитву? Я могу еще раз позвонить. Ладно, нет. Ладно. Ебать! Я раньше тоже на стенах, кстати, рисовала, когда у меня в комнате обоев не было. Время 00:00. У кого-то день рождения наступило. Какая у тебя помадка интересная. Дашь попробовать накраситься? Спешат. Да не надо тут такие слова говорить. Надо, короче, поставить этот блок на эти слова. Вот этого, кстати, не было. Ладно, нам надо туда медведя идти ставить. Сейчас будет вообще жесть, я думаю. Кишилюса, а ты чё у меня тут на компьютере опять сидишь? Ты хочешь опять у меня его выключить? Давай-ка выходи, маленькая жопа. Масленица поджигай. А что, почему? О, ладно. Блин, масленица. Ну, кровь вообще не правдоподобно выглядит. Как будто бы краска. Ладно. О. Бля, ща будет сеанс. Ща будем сеанс проводить. Все, бежим. Ой, нет. А ладно. Без страха, короче. Без страха. Ладно, со страхом немножко. Чуть-чуть боимся. Чуть боимся. Так, надо обратно? И снова, да? Что за хуйня? Как откатить назад? Откат сделать можно? Блин, давайте никого не будем вызывать. Кто помидоры уронил? Угар. Пипец, эти куклы выглядят, конечно, вообще. Отстой. Куда идти? Снова оттуда? Номер телефона-то зачем? Первый раз вообще об этом слышу. Привет, бро. Нужен пароль. Не, давайте вызовем бабайку. Он безобидный. Хоррор.
Ой, фу, ну и чучело. Тебе бы это, к стоматологу сходить там, я хуй знает. А, блядь! Сука. Уйди нахуй! Сиси какие, потрогать можно? Все. Один. Четыре. Ноль. Восемь. 14:08. А что, еще-то что-то можно сделать? Лифт. 14:08, надо запомнить, блин. Давайте выглянем, просто по угару посмотрим, что там. И это так стоит, и та так. Да, это я. Как в КС-ке. Распикиваю сначала, потом выглядываю. Ну побыстрее, да? Копыта опять. Хелл! Нахуй нам в хелл-то идти? Один, четыре, ноль, восемь. Соло мид. Ой. Ебать. Вот это мясо, конечно. Так, дверь мы закрываем. А бет тут у кого-то из крыс. Шкатулька, которая заклита. Ладно, чё, нам надо вот так вот сделать. Только вот с какой стороны. Так. А может просто включить? Не хватает рычага. Так у меня же есть рычаг. Что за скам? У меня было. Но на самом деле это выращивают. Вкусно как, аппетитно выглядит. Тоже хочу. Фу, такой звук. Ну, короче, мне походу... Походу, надо еще туда снова идти. О! А, погодите-ка. У меня же была эта штука, как здесь инвентарь включить. Никак, понятно. Фу, он еще и движется. Мерзость. Чоп-чоп-чоп-чоп. Короче, бежим. Че он не бежит? Что-то меняется вообще, нет? Попробуй нажать на И. Нет. Я, блин, уже на все кнопки понажимала 200 тысяч раз, блин. Я просто помню, что мне в шкатулочке попалась эта штука. Вот эта кукла вообще самая жесткая. Да я нажимала на все уже, на все. Вот так вот уже, блин. На С тоже нажимала. На все нажимала. Ты мне сейчас каждую букву, блин, будешь писать. А! Ой. Ой, вот ата шевелится. Еще туда не пройти. А, вот так пройти. Нет? Атащие! Атащие! Это я у Гарри Поттера выучила. Он меня научил, короче. На парсунталнге говорить. Крутая? Да нет, Е, вот. Приблизить можно. А Q, нихуя. Блин, вот по-любому опять что-то на этом, на видном месте. Я проебала это просто. Спасибо большое. Как бы я без этого жила?
Блин, я не покупаю вообще. Реально, игра для людей, у которых IQ 150 плюс, блин, должно быть, наверное. Может, поесть можно? Ладно. Возможно, да. Могу тебя похвалить. Ты молодец. Как соленый огурец. Да как хули вы меня туда не пускаете? Это ты, блядь, говно собачье. Что же, шел ко мне лезь, ты? Сколько время? Не видно. Ладно, наверное, надо что-то в этой комнате тогда найти. Нам нужен ключ, верно? Я по-любому сейчас просто что-то прое. И не вижу тупо. Зеленоглазое такси. Вообще не вижу, что тут находится. А фонарик можно выключить? Пиздец, вот если бы фонарика не было, вообще жутко так выглядит. Особенно вот это, блин. Хули ты там встала? Дура. Думаешь, я тебя боюсь? Так ты подойди сюда, мы разберемся. Раз на раз. О, реалкста. Фу, ну ты стрёмная, конечно. В зеркало вообще когда последний раз смотрелась? Не знаю, там пенку для умывания купи, там гель очищающий, я хуй знаю. Куклы какие-то, блин. Забулил. Ну а чё они меня тут все булят? Вместе, блин. Привидения вонючие. А если... Вот так вот сделать. Снова сделать. И отсюда закрыть. А, ну понятно, она отсюда не закрывается. Блять, ну я не понимаю вообще. Может тут чего? О. Угу. Нихуя. Копыта, их не было. Или было? Было или не было? Ну-ну. Вы этого никогда не узнаете. Ладно, попробуем с той стороны встать. Может... Ну да, конечно, блядь. Я гений просто этой игры, реально. В кавычках нет. Мне, скорее всего, нужен ключ вот от этой шкатулки. Чтобы найти этот ключ от этой шкатулки, нужно... Вот что нужно сделать? Может, мешок можно потрогать? Нет. Ай, блядь, ебаный свет. Может, тут смысл игры в том, что надо 200 раз туда-сюда сходить, чтобы... Это... Нужно больше золота, блин. О!
сука, она же стояла и показывала мне просто. Эти манекены, они мне помогают, я поняла, они неплохие, они хорошие. Поняла? Они мне помогают. Ты лохушка старая. Лохунда. Хотя она даже не лохунда, у нее нет кудрей. Они что, душить еще будут? И бегать? Я дверь сразу закрою. Ладно. Идем. А, там дверь. Мы уходим отсюда. Я хочу услышать правду. Я не хочу. Золотое яйцо. У меня тут еще кофеек остался. Золотое яйцо — это виртуальный мир, созданный из воспоминаний и действий определенного человека. Также мы анализируем, чего он боится, чтобы использовать это в дальнейшем. Следующий этап — это помещение разума человека в виртуальный мир. Таким образом, он думает, что все, что он видит вокруг себя, реально. Затем мы подсоединяемся в сознание человека и пытаемся выяснить, какие тайны он хранит. В нашем яйце мы создали пространство для маньяка так, что он не сможет различить реальность с виртуальным миром и будет думать, что это его жизнь. Пока он отвлечен, наша задача покопаться в его воспоминаниях об этом деле. Для этого мы подключили человека, который будет исследовать его мир и записывать для нас доказательства совместно с полицией округа. Мы начнем запуск системы. Бля, прикиньте, я сейчас смотрю на сообщение, и на сообщение, на которое я смотрю, оно начинает блекнуть на фоне других. Типа оно становится серым цветом, а не белым. Оператор, связь Генри прервана, он больше не выходит на связь. О, это, видимо, тот Генри, за которого мы играли недавно. Блин, я забыла, как поменять цвет у этого. Ого. Во, пускай будет красный. Или что это? Какой? О, еще и такой есть. Вот такой пускай будет. Он меняет цвет, ёбаный в рот! Он меняет цвет! Охуеть, он меняет цвет! Ебать! А, Джонатан, покажи, как все было. Он не выходит за границы... Но не выходи за границы мира, это опасно. Так, все, слушайте музыку, я пошла пописить. В общем, на сегодня все. Продолжим завтра играть. Пока!